На ковренце победу одержал Валерий Алагуев, Иркутская область. На ковре победу одержал Нургалан Шараев, Республика Бурятия. На ковренце приглашаются борцы весовой категории 65 килограммов. Балда Церенджанов, Забайкальский край, Михаил Мажин, Кемеровская область. На ковер Б приглашается Владимир Федоров, Иркутская область. Алтай Аюн, Республика 2. На ковер С приготовится борцам весовой категории 61-71 килограмм. Данил Уршеев, Иркутская область. Вазир Худаян, Иркутская область. Дабат Церенов, Руслан Чекаринский, Иркутская область, готовится к выходу на ковер Б. Табло не работает. Кто у нас этим? Коля. Коля? Поэтому. Ну сколько осталось у нас? Я буду говорить. Красный 200, синий 200. На ковре А в связи с техническими неполадками время берется ручным секундомером. На ковре С победу одержал Михаил Мажин, Кемеровская область. На ковер С приглашается борцы весовой категории 71 килограмм. Данил Уршеев, Иркутская область. Вазир Худаян, Иркутская область.